Я приветствую всех вас, дорогие славные зрители моего канала, верные друзья и, конечно же, любимые мои подписчики. Снова с вами я, Юрий, общественный деятель и блогер. И, как видите, я немножко в таком, скажем так, торжественном виде, а все потому, что в ближайшее время состоится такой важный фестиваль ко Дню молодежи, и я, как организатор благотворительной акции, буду также участвовать в конкурсе творческом, подчеркиваю, где также буду помогать детям из детского дома с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому мне нужно отработать одну программу. Но сегодня хотел бы выпустить такое незапланированное видео касаемо защиты одного своего любимого человека, Верочки. В последнее время очень часто в отношении ее, значит, пишут разного рода угрозы, непотребщина, включая там, ну, я не буду произносить, мне на самом деле очень тяжело, потому что, как вы понимаете, это трудно передать словами, но, в общем, вы поняли, мои девушки пишут нехорошие просто вещи. Угрожают даже там приездом и хотят что-то сделать. Я вот хочу обратиться вот к этим просто моральным уродам. Значит, в ближайшее время, так, 17-го понедельник, 18-го, так, у меня тоже дела, так, 20 июня, я обращусь к Анатолию Фисенко, депутату города Благовещенска, и расскажу всю ситуацию. Он сделает депутатские запросы, и, вы знаете, обратиться к депутату – это обратиться не к полиции, не к участковому. Это очень серьезно. И если возьмется за дело депутат, то вы просто будете, я не знаю, вот я к вам обращаюсь, вы просто будете лежать просто, вот так вот. И никогда не шевельнитесь больше. Поэтому я предупреждаю еще раз. Вы напишите моему любимому человеку что-то касаемо угроз. Я лично с вами займусь по-свойски. Вы поняли меня? Я обращусь к депутату. И поверьте, это очень плохо кончится. Вы лишитесь всего. Поэтому, дорогие друзья, увидимся в следующем видеоролике. Извините, я на эмоциях, потому что Верочка, она инвалид. Так же, как и я, но она очень хрупкая, ей нельзя волноваться. И поэтому я, как, наверное, истинный принц, просто в ответе за нее. Я вам гарантирую, если я обращусь к депутату, вы будете просто летать. Всем до скорой встречи и увидимся в следующем видеоролике.